Так. Да, ситуация тяжелая. Ноль 14. Надо бы вот этого снова копить на него. Блин. И этот энергию требует. И так лучше. Как-то летунами компенсировать эту ситуацию. Не... Однако ж. Косы надо сносить. Еще она построилась, энергии плюс 17 стало. Да, кризис так себе, конечно. АХ. Типа бомбардировщика там посмотрим. Сейчас мы от одного отобьем, теперь он будет пилить, блин. Собственно, уже прет.
А что так долго он строится? А, ну еще не построился, потому что этот. Давайте еще построим. Да, здоровья маловато у этого Нагуна или Нагана, как там правильно. Да, у меня остались-то по сути одни только вот эти КВ-128 и все. Пехота просто мертвая. А ее надо строить. Вот полезная. Да, армия у меня нехило сократилась, я скажу точно. С тем, какая она была до начала битвы с Некроном, но она стала качественной зато. Что касается, не упущу. Ты у меня полностью, блин, ответишь за все хорошее. Надо. Если тебе повысить, что-то у тебя лояльность упала. Угу. Орк теперь давит Некрона. Получается, вдвоем его атакуем. Ну а что ж делать? Вот импровизированный союз. Thank you.
знаешь, вот это нехорошо. Атаковать так вот. Ничего так мало. Чуть непонятно. Это дрон-перехватчик. Что-то слабовато какая. Авиация там. Не то нажал случайно было. Ничего себе, слушайте, мякаш. Ну чё забе... Нафиг тебя не заберешь. Я бы второго команду еще построил, но никак не могу. Неужели он заберет, а? Ты смотри, а? Подкараулил. И этот подкараулил.
Так, лояльность 4. Слушайте, а что так мало лояльности? Он дает 6 вроде. Нет, все умения. Ну, проверь пехоты, давай. 12. Он меня кого-нибудь заберет. Не, не забрал. Фу. Набрал, подгадил и ушел, да? Разбирайся, мол. Еще пехотку. Ага. Тут орк, значит, стоит. Хорошо, если он между двух огней будет, это прекрасно. А чё так слабо? Что вообще слабо как-то? Какая-то реакция никакая. Барракуда у них была хорошая, где она сейчас? Непонятно. Отлично.
Так, а вот это мне не нравится. Негодяй какой. Вообще какая-то бесполезная. Ну, как поддержка, не более, только и все. Что, друг друга атаковали, что ли? Нифига себе. Зачем? Нет, в принципе-то я знаю, зачем. Бесполезная авиация, у Тау просто слов нет. Что она есть, что ее нету просто, ну что там помечает. При обходе стыла там, блин, да мне. Если я стыла зайду, меня сольют, блин. Вот и орки появились снова. Блин, пипец, он бьет. Это убойное разрывало. Почему она так мощно атакует? А, так это все пехота, вы хотите? Вы что, серьезно? Что, больные, что ли? Это значит для вас пехота?
Вот, блин. Ну-ну. Давайте его построим, этот истребитель. Чё он? Просто, ну, какой-то вообще бессмысленный товарищ. Сливый пехотный отряд. Ну-ну. Так, там где-то обзор увеличивается. Движение. Погодите, это скафандр? Это пехота, да? Вот это вот. С размера, я не знаю, с полутитан. Как я могу, оказывается. Так, рыбомолот построим. Так, никакой другой скафандр не могу. Давайте еще рыбомолот. Нет. Да, рыбмолот, он все-таки регулярно, постоянно, а тут как-то слабо-слабо, да, непонятно как. А, интересно.
Забыл то, что звук я выключил. Девять. Давайте барбоса грохнем. Чупила. Так, миг боя. Что тут можешь делать? А, противотанковую ракету нет. Хотя, ну давай, чё? Ещё чё-то можешь. Здрасте. Ну, это истребители больше, нежели какие-то тут мощные отряды. Да, конечно, Тау влиянием тащит просто. Нам и ремонтников не хватает. Так за счет большого влияния тащу, не то лояльность вообще никакущая. Блин, надо, наверное, город создавать. Четвертым. Наверное, что после этого все обрушится и окончательное влияние, лояльность. Но что делать? Найдем ресурсы построить. Я вот не пойму, орки то ли обходят меня, то ли что. Что они хотят? Так,
забрали. Еще одна авиация. Надо бы транспортник заказать. Это чисто ресурсный, да, у нас город получается. А надо бы его не только чисто ресурсным сделать. Погодите, нет, пока не буду, потому что мне нужно будет новый город создавать. Лучше бы вот так вот сделать бы. Так, ага. Значит, мы войска орков встретили наконец-таки. На передовой. Снова мы друг против друга. Лучше чуть-чуть вот так вот. Так, я не пойму, Некрон совсем что ли сдулся? Торг зато, блин, все храпит и храпит. Парывается. Не. Вот он подошел. На этот ремонтников нет, придется вот сюда отступать. Да, что-то вообще авиация ни о чем. Утал просто никакая.
Дрон, ну бомбардир, это все в пределах. Давайте-ка этого заберем. Эх, мега разрывало. Где ж ты была раньше? Слушайте, а чё у меня по еде минус-то пошёл? Нифига себе, вот это я никак не ожидал. Пехота-то я построил там множество-много. Поэтому вот вон она. Всё как. Ну, так себе истребитель. Да, авиация, я понял, у ТАУ вообще никакая, так что правильно. Я делал, что в нее не шел. Так, лорд у них отправился. Давайте хотя бы этот скафандр построим. Ну, орк, собственно, тут наспамил, я прям смотрю, вообще мощно. Спору нет. Чё опять не так? Ну вот. Пути. Так, новый город. А где? А, ну где, собственно, и хотел. Вот здесь вот. Энергия, руда, лояльность.
Так, а что тут все застроил, что ли? Хороший какой, а? Блин, я как лечиться-то буду? У меня ремонтники почти все уничтожены. А, здрасте. А я не знал, что вы тут, оказывается. Мощно. Я лучше еще КВ-1 еще построю. Вернее, КВ-128. Угу. Кроме ковчегами бахает. Все он в этом углу. Блин, истребитель уничтожил, нехороший человек. Здоровье увеличено, у них уменьшено. Так, ну, не знаю, что там происходит, в всяком случае, но мне кажется, что... Так, десантник, да, 3, 4... Блин, а еще кто-либо остался? Мне вот интересно.
Так. Да и фирмы, но это сюда все-таки. Неповадно было. Да, Тау своими эдиктами. От эдиктов зависит больше, чем даже имперский гвардеец. Гвардеец и без этого может экономику хорошую построить. А этот не... Да, конечно, пехота Тау сильна. Если это, конечно, пехота называется. Сюда уже почти прибыло. Так. Слушай, если отказаться, вот, вот что лучше построить. Так, мы сделаем. Так, здесь клетку надо присоединять. Ну, давай эту. Так, тут клетки есть свободные, но нечего строить. Вот, давайте вот это. Генератор щита сделаем. Прокачаем наши вот эти КФ-ки. Неизвестных приливах очень интересно звучит, кстати.
2. Ели. Хотелось бы и то. Ладно, давайте, чтобы этот город тоже был не бесполезный, чтобы хоть что-то мог производить нормально. Уничтожаю, конечно, в промышленных масштабах врагов. Ну точно, вот он, Некрон, где. Как надо, 180 влияния, 180 лояльности. Ну жди тогда. Лояльность повышать, а что-то она упала совсем. А, вот эти города начальные были, когда мы до них дошли, доходили.
была ситуация. Курт забирать, тем не менее. Смотрите, вот специально фиг знает откуда пришел, да, чтобы вот помочь развалить. То есть они друг другу помогают. Какая солидарность. Отлично. Коса, держись. Кажется, какой вот сложный в управлении танк, какой он полезный. Строится все, и тут строится прекрасно. Очень тяжелая битва. Чистующая часть отрядов я не смогу использовать. Уж они просто нам сломаны. Ладно, будем думать, что делать. В любом случае, нужно побеждать.